Игроки просят вернуть кейсы? Что происходит? Игры постепенно отказываются от лутбоксов, и игроки Бравла не первые, кто с этим сталкивается. В августе этого года с кейсами навсегда попрощался Overwatch. А ведь еще недавно разработчики из Blizzard рассказывали, как долго и тщательно работали над анимацией кейсов, чтобы максимально увлечь игроков. Blizzard задала стандарты лутбоксов и сама же от них и отказалась. Все скопленные кейсы открылись автоматически, а у игроков остался только магазин и Battle Pass. Ящики всегда были предметом споров и критики, и вот разработчики будто заменяют один азарт на другой. Деньги меняют на время.